Всем привет! Кошкин дом на проводе. Ну что такое? Уйди с кадра. Мало того, что ты на столе. Не позорь мать. Не позорь мать. Ну, короче, позорит мать. Ну что делать? Блин, ну тут вот этот ракурс, но единственное, надо вот так стоять и головой прикрывать зияющую дыру. Потому что там, видите, комната без ремонта. А вот так вот раз, и вроде уже есть все с ремонтом, и никто ничего не заметил. Ладно, шучу, конечно. Еще раз всем привет. Я закончила свои рабочие дела. Все, в принципе, на сегодня я свободна. Время, ну, как вы видите, даже я вижу. Начало седьмого. Да, блин, какого седьмого? Полшестого. Хотя ощущение... А, ну они же зеркально отражаются. Короче. Зияющую дыру прикрыли. Время прикрыли, и все, и можно снимать. Чудесный день, понедельник. Понедельник день чудесный. Почему? Ну, просто так. Каждый день чудесен. Помидоры мои. Смотрите, опять сегодня насобирала. Бурые тоже снимаю, потому что погода такая, что, ну, солнышко тут, не знаю, вот только утром у меня бывает, часов с 9 до 10. И то сейчас погода, мне кажется, будет уже меняться. В общем, снимаю бурые. Они быстрее даже доходят дома, чем на ветке. Ну, там осталось еще какое-то количество. Но там маленькие, знаете, вот такие вот маленькие. Я все еще надеюсь, что они немножко подрастут. Но если не подрастут, то ничего страшного. Сегодня уже салатик с них сделала. Ой, блин, помидоры пахнут помидорами. Как мало человеку надо для счастья, да? Чтобы помидоры пахли помидорами. Ой, красота. Ну, в общем, вот так вот они у меня стоят на столе, доходят. Вот такие вот дела. Вчера еще был у нас вечер ретро-воспоминаний с друзьями, с однокурсниками. Смотрели видео, ну, с WhatsApp группы, им так иногда друг друга развлекаем. Мы развлекаем часто, но ретро-вечер у нас случился пока первый раз. Видео там 20-летней давности, знаете, студенческие всякие съемки. Блин, я вам сейчас вставлю. А что нет, шок это по-нашему. Вставлю в конце этого видео. Или не вставлю. У меня, по-моему, на другом телефоне. Ну ладно, как-нибудь придумаю, как вам показать видео 20-летней давности. Там эпизодическая роль в студенческой работе у меня у друга. Хотя у меня, по-моему, есть... У меня есть на канале в плейлисте творчества. Есть, по-моему, несколько клипов как раз этого же друга, который делал... Я уже тогда придумала ТикТок. Мы уже тогда придумали ТикТок, да. Где я открывала рот под песню Аллы Пугачевой, и мы делали из этого клипа. Причем делали буквально на коленке, потому что никаких спецэффектов, ничего не было. На компьютер это скинуть было нельзя, но прикиньте, это 20 лет назад. Там только сотовые телефоны, вот эти вот лопаты появлялись. Делали на коленке. А сейчас посмотришь, все равно круто было. А, слушай, сейчас покажу, у меня телефон освободился. Сейчас покажу. Ну, это такая маленькая роль. Не знаю. Мне было приятно его видеть. Видно будет вообще. Я вас внимательно слушаю. Привет, Кисуль. Соскучился по тебе ужасно. Так занят был, что позвонить некогда. Ну, во-первых, я вам не Кисуля. Да. Вам, наверное, хозяйка нужна. Да я квартиру здесь пока снимаю. Она переехала. Ну, как мужу. Телефон? Да. Пишите. 326. 72, то ли 40, да, 40. Угу. Да ничего страшного, беспокойся.
сама в шоке, да? 20 лет. Вообще, как они пролетели? Когда они пролетели? Ой, только вчера вроде, знаете, молодость началась, а потом оглядываешься, 20 лет, а где они эти 20 лет? Смотришь на себя и думаешь, блин, это правда я? Я не представляю, что будет еще через 20, когда, знаете, пройдет 40 лет, ты будешь думать, господи, 40 лет прошло. Вообще, как один день. Он такой, шух. Время летит, попробуй его поймай. Вот такие вот дела. Так, ладно, чем я сейчас буду заниматься? В принципе, я бы, наверное, сейчас выбежала в магазин. Потому что надо что-то купить, холодильник пустой. Ну, что-нибудь на салат взять. В принципе, огурцы, помидоры у меня есть. Лук у меня есть. Но в любом случае надо что-то, как бы индейку, что-то такое мясное, чтобы в доме было. Ну, хотя погода, конечно, шепчет. Останься дома. Но все равно надо выйти подышать воздух, потому что я сегодня вообще никуда не выходила еще. А время? А время-то сейчас все. Сейчас скоро уже в 6 часов темнота, и все. Никуда не выйдешь. Никуда не выйдешь, ничего не сделаешь. Блин, как жалко, что лето заканчивается. Не знаю, мне не хватает лета. Хотя, честно говоря, я вот когда жила в Египте, там же вообще смена сезонов не ощущается. То есть там как стояли пальмы, так они круглый год и стоят. Ну да, единственное, как бы появляются ветра, иногда периодически песчаные бури, но все равно, то есть нет такой смены, как у нас там, были листья зеленые, стали листья желтые, нету листьев, листья появились, такого нету. И порой думаешь, господи, вообще сейчас все, лето, зима, что? Что? Поэтому, конечно, я вот все время ною, что я хочу тепло-тепло. Но я понимаю для себя, что мне важно, чтобы в стране было такое вот четкое разделение на сезоны. Да. Но зиму хотелось бы помягче. Хотя у нас, в принципе, сейчас довольно-таки мягкая зима. Ну, в прошлом году, что вы помните, да? Москвичи, подмосквичи. Уже помните, что это было? Максимум осень. Иногда периодически грязь замерзала, а так, в принципе... Так что, такие дела. Завтра мне еще должна прийти посылка из Бумприкса с пижамами, потому что надо на зиму обновить тепленькие пижамы. Не знаю, когда, блин, до меня этот фильтр доедет от пылесоса. Там уже стоит статус на Алиэкспрессе, что все прилетело в страну, все в стране. Ну, то есть у нас. А где что? Никто не звонит. Ну, надеюсь, все сложится. Так что жду посылки. Это что-то я давно обзоры никакие не снимала. Ну, вот такие вот дела. Все, буду на этом прощаться. Наболтала. Хотела снимать влог. Наболтала, просто наболтала кучу всего. Ну ничего, болталки тоже иногда нужны. Так, сейчас зияющую дыру закроем. Вы видите? Болталки тоже нужны. Я не знаю, я иногда люблю послушать болталки чьи-нибудь. Ты что-нибудь делаешь, она болтает что-то на фоне. Мелочи приятно. Все, в общем, буду прощаться. Пусть понедельник будет легким. Заодно, видите, я пробую новый ракурс. Чего нет? Если бы не было этой зияющей дыры, если бы там дверь закрывалась, было бы весьма даже красивенько, да? Ну ничего, однажды будет закрываться, будет там дверь. Ну, просто бессмысленно ставить дверь. Надо сначала сделать ремонт в комнате, а потом уже в конце уже ставить дверь, правильно? Поэтому пока. Все, не покажу, зияющая дыра. Ничего, вот так вот я встану. И все закрыла. И только цветочки, только хард-рок. Все, девочки, мальчики, со всеми попрощаюсь. Хорошего всем дня. Бодрости духа, хорошего настроения. Ну и пусть мечты сбываются.
Хотя, знаете, не всегда я вот пришла к такому выводу, что не все мечты должны сбываться. Вот спустя какие-то годы я начинаю пересматривать с прошлого и думаю, а все-таки хорошо, что вот тогда это не сбылось. Ну ладно, вам все равно пожелаю сбыточность мечт. Да, сбытность мечт. Короче, чтобы мечты сбывались. Все, всем пока-пока.